подошел к концу 25-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Что о нем думают звезды и каким он был? Давайте посмотрим. За вот этот эпатаж, честно говоря, я не ожидал, что с аккредитацией на Славянском базаре все так строго. Ни бейджика, ни билета у меня нет. Выход нашел только такой. Второй год наш участие на Славянском базаре, и здесь очень царит крутая атмосфера. Особенно юбилей, это очень чувствуется. Все еще с большим каким-то, с большей ответственностью, с большей отдачей работают. И праздником в душе. Базар отличается от других музыкальных форумов тем, что независимо, юбилейный это концерт, не юбилейный концерт, либо год, здесь всегда самая отзывчивая, самая громкая, самая доброжелательная публика вот здесь, в конкретном амфитеатре. Знаете, для меня Витебск – это стартовая площадка. Дело в том, что 5 лет назад я победила на конкурсе в Витебске и завоевала гран-при. И, собственно, тогда, наверное, начался такой вот взлет моей карьеры. Тогда... Наверное, все, кто первый раз попадает на Славянский базар, неважно в каком году, это буря эмоций, невероятные ощущения, впечатления, бессонные ночи. Вы меня хоть иногда вспоминали? Славянский базар для любого артиста, неважно, ты первый раз выходишь на сцену, либо 25-й, все равно это трепетно, это очень почетно. И то есть любой концерт, который здесь проходит в рамках фестиваля, это значимо для нашей страны. Ясная, светлая, чистая, нежная. Лет. Это много или мало? 25. Ну, смотря как посмотреть на это, конечно. Для фестиваля это очень много. Это очень много, это достойно всяческих похвал, уважения и пожеланий вообще благоденствовать и процветать. Публика очень теплая, я думаю, что они сюда пришли на концерт, а на праздник. И вообще, мне кажется, что белорусы очень теплый народ, они ценят и благодарны, вот, поэтому все прекрасно. Все, что происходит здесь, это действительно очень большой праздник, и с чем я поздравляю и всех участников, и говорю большое спасибо организаторам за то, что в течение 25 лет они радуют нас таким событием. Люди очень щедрые, очень добрые на комплименты, на всевозможные сувениры. Я буквально целый мешок собрала подарков, и завтра все это передам своему ребенку. Же фестиваль в этом году он чисто количественно еще и разросся безусловно. И с этой точки зрения, мне кажется, пришлось городским властям
сделать просто нечто невероятное. Это, наверное, уже как по Булгакову, как можно в небольшой квартире, да, уместить огромное количество, да, используя некое там пятое измерение и так далее. Вот такое ощущение было, что над этим мы поработали витебские власти, потому что действительно такое количество сопутствующих мероприятий, сопутствующих программ, и кукольные театры, и драматические театры, и кинематограф, и народное творчество, и всего-всего было настолько много, и было на уровне самом высоком, качественном, что, честно говоря, глаза разбегались, и не хватало времени все посмотреть. Беларусь! За тех, кого любит волна, все стали! За тех, кому повезет, и если цель одна, и в радости, и в горе, то тот, кто не сгрузил, и бросил, и бросил, тот землю свою найдет. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.